текущем году Министерством здравоохранения Тувы принято решение продолжить реализацию проекта «Бережливая поликлиника» среди районных медицинских учреждений с основным акцентом на детские поликлиники. В проекте примут участие 20 медорганизаций республики, оказывающих первую медицинскую помощь взрослому и детскому населению. Основными направлениями проекта являются организация работы регистратуры, приема врача на основе электронного расписания, профосмотров, диспансеризация населения и распределение потоков пациентов медицинской организации. Важный момент – организация рабочего места по принципу 5С-технологии – сортируй, стандартизируй, совершенствуйся, соблюдай порядок и соблюдай чистоту. О необходимости акцентировать внимание на совершенствовании детских поликлиник в ходе реализации проекта заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.